Всем привет! Продолжаем сборку трансаля, точнее уже начинаем его покраску. Я загрунтовал его, закрыв все ниши, все те места, где нам желательно бы не прокраситься, как говорится. Вот. Ну и задул в черный грунт. Использовал грунт от фирмы Ganza, как ее у нас называют вообще, Криоз. Ну, все привыкли Ganza называть, в общем, будем так же называть. Вот такой вот грунт Mr. Finishing Surfacer черный, 1500. Разбавлял примерно, вообще на глаз разбавляю всегда все, но примерно где-то одна часть грунта на две части разбавителя. Он, конечно, мелкий, дает хороший тонкий слой, но на всякий случай, чтобы лучше дулось, я 1:2 разбавил. Теперь будем начинать уже непосредственно саму покраску. Как я и говорил ранее, буду делать немецкий вариант. То есть вот такой вот, как у нас на инструкции нарисован. Сейчас подберу краски, какие необходимо. Сами цвета. И начнем красить. То есть здесь у нас темно-серый и два оттенка зеленого. И, соответственно, носовой обтекатель у нас еще черный. Красить, наверное, буду от руки. В общем, посмотрим, как оно там, что дело пойдет. Еще нужно на крыльях сделать полосы черные. То есть вот. У нас он с двух сторон будет полностью камуфлированный. Так что ухожу на паузу для подбора краски. И вернусь уже непосредственно на начале покраски. Вообще заговорился, короче. Коротенькая пауза. Для вас вообще моментальная.
Итак, друзья, осталось нам еще один цвет нанести на оставшиеся вот эти черные пятна. На данный момент он у нас сейчас вот такой вот зелено-серо-фиолетовый. Не могу сказать точно, попал ли я в этот цвет. Этот, в принципе, попал. Вот этот, ну, я не заявлял, что у меня будет 100% историчное совпадение. Ну, с подобным цветом я несколько фотографий видел. Может быть, это был не немец, может быть, это был какой-то другой представитель натовской авиации. Но такой цвет присутствовал. Теперь ухожу на паузу, дабы подготовить финальный цвет. Здесь вот у нас будет такой оливковый. А красил я вот эти пятна вот таким цветом. Mr. Color Dark Sea Gray. А зеленый это у нас был из серии H420 RLM80. Ну а буду последний надувать вот этот H309, это, ну, почти оливковый цвет. Так что сейчас еще посмотрю, как он будет ложиться. Может быть, возьму чисто оливковый. Так что точно не могу сказать, будет ли именно этот H309. Ну, в любом случае, титрами укажу, какой цвет именно использовал. Так что ухожу на паузу. Теперь точно на пару секунд. Ну и встретимся уже скоро.
Итак, друзья, сюрприз, можно так сказать. Делали мы немца, а в итоге получился у меня француз. В общем, перекрасил я наш самолет во француза. Теперь он у нас такой вот серенький. Объясню, с чем это связано. Во-первых, не попал я дико в цвет последний. Это раз. А во-вторых, посмотрев, как вообще выглядит он в камуфляже, что-то он мне не понравился. И решил я его сделать под француза. Дальше там несколько фотографий будет, чтобы было понятней, как он выглядит. Вот. Теперь осталось нам покрасить дверь, аппарель, створки, винты, ну и еще тут по мелочи. Вот. И всю нашу мелочевку, которая относится к французу. Это я покрашу на литнике и потом уже буду устанавливать покрашенный. Ну и вот здесь вот у меня скотчик немножко содрал, пятнышко надо будет подкрасить. В итоге в конце задувал вот этой краской. H306. Потому что почитал, посмотрел, в общем, ну, он более-менее близок к тому цвету, в который красились, во всяком случае, французские истребители современные. Это Federal Standard 36-270, он везде вот мелькает. Ну, не знаю, транспортники в какой цвет у них красились, ну, по аналогии покрасил. В общем, вот такой вот результат. Теперь встретимся в следующей серии на работе с мелочевкой, винтами. Двигатели надо прокрасить. Ну и уже там по возможности посмотрим, что-то как пройдет процесс. Успеем все сделать. Значит, успеем, не успеем, еще, значит, будет серия. Ну, в любом случае, следите за новостями, жмакайте колокольчик. Ну и всем до новых встреч. Спасибо за внимание. Пока-пока.